Открытие сразу двух масштабных проектов состоялось на базе Магнитогорского педагогического колледжа. В этом учебном году здесь появилась профи-школа, рассчитанная на учащихся общеобразовательных школ, и новая профессия – мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов, открытая совместно с «Газпром Трансгаз Екатеринбург». О современных тенденциях в обучении наш сюжет. Дорогие друзья, бурные аплодисменты! Открывается новая профи-школа, одна и единственная в городе. Итак, первое важное событие, с которым можно поздравить педагогический колледж – открытие профи-школы. Обучение в ней рассчитано на школьников. В этом году набрали первую группу обучающихся – детей, которые учатся на базе колледжа в 9 классе. Это обучающиеся, которые по разным причинам сложно проходили обучение в школах города, с трудностями сдали ОГЭ, но, тем не менее, изъявили желание продолжить обучение в 9 классе с последующим поступлением по специальностям, которые предоставляет наш колледж. То есть мы их усиленно подготовим, они сдадут это ОГЭ, и, соответственно, потом у них будет выбор по всем специальностям, которые у нас здесь есть. Причем обучение будет проходить не только на базе колледжа. Сегодня в рамках праздничного мероприятия состоялось подписание договора о сотрудничестве с МГТУ. Мы будем ребятам предлагать живые проекты, давать определенных наставников и дальше приобщать их уже через наши лаборатории. Часть учебного времени мы будем выводить в университетские лаборатории, в университетскую среду. Это все очень реально, и на сегодняшний день университет заинтересован. Управление образования администрации города Магнитогорска поддержало инициативу колледжа. Такая своего рода альтернатива школе оказалась очень востребованной. Екатерина Хортова говорит, подали документы дочери на зачисление одними из первых. Мы очень обрадовались появившейся возможности по поводу ранней профориентации. Поэтому, то есть, долго мы не думали, сразу решили пойти и окунуться уже в 9 классе, выбор профессии. Второе важное событие – открытие новой профессии. Теперь в колледже будут готовить мастеров по обслуживанию магистральных трубопроводов. Профильные дисциплины начинаются уже на первом курсе. В том числе и для этой профессии были созданы специальные мастерские и закуплено дорогостоящее оборудование. Между тем, студентам, которые будут здесь учиться, придется осваивать немалый объем знаний. Электроника, электротехника, схема логика, где они будут изучать данные виды связи, которые необходимы их как мастерам по управлению всех сетей газопроводов. Второе, они будут изучать слесарное дело, они будут изучать сварочное дело. Эти специалисты будут нарасхват, уверены в колледже, ведь практику они будут проходить на площадках предприятия, которое входит в группу «Газпром» и непосредственно занимается эксплуатацией и обеспечением безопасности магистральных трубопроводов. Они будут приходить к нам на практику, мы будем полностью участвовать в этом процессе, будем отслеживать ребят более перспективных, менее перспективных, ну и потом, конечно, по возможности приглашать на работу на наши свободные места. Добавлю, что прием документов в колледж продолжается до 1 декабря, в том числе на новые направления. Юлия Черешнева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.